Ну-ка поглядим, чем это у нас занимаются местные сумасшедшие. Да, они же избавляются от тела полицейского. Блять. Беспалевно, конечно. А вот и первый босс, Дель Лаго. Это гигантская саламандра длиной в 20 метров. Что за хрень? Очевидно, что местные жители ее подкармливают, но пора уже от нее избавиться. Давайте немножко подзаправимся. И рискнем пересечь это озеро вместе с Леоном. Любопытно, что на жителей саламандра не напала, а на нас нападает. Вот это зверюга! Где там наш гарпун? На, получай. Еще раз. На самом деле это очень простой босс. Когда саламандра выпрыгивает на вас из воды, вы просто кидаете гарпун прямо в пасть. И повторяете это действие несколько раз.